Партии ШОР придется уплатить в госбюджет более 2 миллионов леев из-за нарушений при финансировании избирательной кампании на февральских выборах в парламент. Решение вынесла Высшая судебная палата. Информацию для Публика ТВ подтвердили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. С жалобой на политформирование в ЦИК обратился бывший кандидат блока АКУМ по Аргеевскому округу Валерий Мунтяну. Он заявил, что партия приняла пожертвование на 2 с лишним миллиона от экономических агентов, ставших в прошлом году бенефициарами государственных средств. А значит, они не имели права финансировать политические партии. В политформировании ШОР вердикт ВСП трактовали иначе. Там считают, что ее решение не формулирует требования о возвращении средств в бюджет, а касается только отказа на рассмотрение их кассационной жалобы на предыдущее решение Центризбиркома. Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что 11 декабря состоится еще одно судебное заседание по этому делу, и партия готова подать иск в ЕСПЧ.